нет задачи, во-первых, найти новых. Вот наша задача поддержать тех, кто работает. А с другой стороны, наша задача поддержать тех, кто может тиражировать свои результаты, делиться своим опытом. Потому что в бизнесе есть одна ситуация. Там какой-то свой ноу-хау – это твоя коммерческая прибыль. В социальном секторе все наоборот. Там чем больше ты делишься результатами, тем больше себе получаешь. Вот. И вот таких социальных инвесторов мы пытаемся находить. Конкурс будет иметь успех в том случае, если те передовые технологии, которые здесь сегодня были презентованы, действительно будут идти дальше, чтобы молодежь других организаций смогла их перенять. Замечательная площадка для проектов, для представления проектов. Очень понравилась мне команда, которая сегодня представляла здесь проекты, очень интересные, очень актуальные. Многие затрагивают год экологии, что очень приятно мне, как председателю общества охраны природы. Ой, на самом деле впечатления очень разноплановые, они и положительные, и очень положительные, потому что для меня это огромный опыт лично для себя. Участие именно в этом конкурсе грантов в топ-10, само название привлекает, оно заставляет задуматься, и хочется вот так попасть вот в эти топ-10 и потом считаться одной из лучших организаций. Конкурс мне довольно-таки очень сильно понравился. Участвую в конкурсе, я так поняла, что это первый раз такой конкурс проводился, организация очень хорошая. Порадовал совет экспертов, потому что все действительно профессионалы, специалисты в области молодежной политики. Развиваться в первую очередь – это придумывать какие-то новые проекты, которые в дальнейшем поспособствуют развитию города Новосибирска в целом.